говядина по-домашнему всегда делала моя бабушка. Этот рецепт я считаю очень правильным, так как говядину нужно обязательно потомить, и тогда она становится нежной и вкусной. Делюсь рецептом с вами. Говядину по-домашнему подавайте с отварным рисом или картофелем. Самый лучший гарнир для говядины – картофельное пюре. Хорошо готовить говядину по-домашнему в конце лета, когда полно вкусных, зрелых помидор. Я добавляю еще зелень петрушки и укроп, свежие или сушеные. Можно мясо обжарить по-другому. Сначала на разогретой сковороде обжарить лук до приятного аромата. Затем добавить мясо и обжаривать, пока жидкость не испарится, а мясо не подрумянится. И сразу добавляйте помидоры и тушите до готовности. Успехов и приятного аппетита! В финале видео вы сможете записать ингредиенты блюда. Говядину порезать мелкими кусочками. Мясо обжарьте на масле до появления жидкости, добавьте порезанный лук. Пока мясо тушится под крышкой, порежьте помидор. Через 20 минут добавьте к мясу помидоры, тушите до готовности. Подписавшимся, больше вкусностей. Молодое мясо тушится 40 минут, а взрослое 1.5 часа, тушите под крышкой на слабом огне. В готовой говядине добавьте специи за 5-10 минут до окончания тушения. Приятного аппетита! Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Такие продукты будут нужны. Говядина 650 грамм, лук 1 штука, томаты 300 грамм, масло 3 столовые ложки, соль, перец по вкусу, количество порций 6. Ставим лайк и подписываемся, ваши отзывы очень важны. Всем добра, заходите еще.